Здравствуйте, уважаемые члены клуба компании Incruises. Меня зовут Ирина Аронец, я интернациональный директор этой компании. И сейчас в этом видеоролике я хочу вам показать, как бронировать круиз на нашей платформе бронирования прямо на сайте, внутри из нашего кабинета членов и партнеров клуба. И как сделать эти шаги, выбрать каюту, запланировать все, сделать и оплатить этот круиз. Заходим в кабинет на страницу поиск, там где все наши уникальные 21 тысяча круизов. Подбираем тот порт, который нас интересует. Меня в данный момент Дубай, Эмираты, MSC круиз, линия круизная, я уже знаю. И на февраль месяц задаю поиск. Вот, мне выходят три варианта замечательные из Дубая, Доха, Абу-Даби, тот же лайнер MSC Эврибия, но я хочу из Дубая начать наше путешествие и вернуться также. Вот, маршрут будет очень классный по Абу-Даби, Сербаньяс и Доха, Катар. Так, задаю в поиске два пассажира, я буду ехать вместе с моим партнером Натальей из Дубая, мы себе выбрали на неделю в этот круиз отправиться отдохнуть и хотим взять балкон, каюту с балконом. Так, ищем, есть разные варианты, видите, несколько вариантов кают с балконом, есть побольше, чуть меньше, но все очень комфортные. Также можно здесь выбрать каюту с напитками, она стоит чуть дороже, но зато входит полный пакет напитков, где есть алкоголь, например, вино, если мы хотим выпить немножко в ресторане или кого-то угостить из наших друзей, и безалкогольные разные напитки. Дальше выбираем каюту, здесь есть дек 9, и можно даже посмотреть, где мы хотим выбрать каюту, с какой стороны, в носу или в хвосту лайнера. Вот здесь этот ползунок, если мы двигаем вперед вниз, то мы можем просмотреть все каюты из тех, где они находятся, из тех свободных, которые тут нам дает сама система. Ну, в свободном поиске там осталось не так много, 4-5 кают вот здесь, и я уже примерно посмотрела, где находится та каюта, которая нам подходит. Они все, конечно, очень хорошие, но если вы не знаете, где искать, то можете на этом сильно не заострять свое внимание, выбрать любую, и любая будет прекрасная. Так, я думаю, что нам подойдет 9261, нажимаю на следующий шаг, и это уже у нас шаг 3 из 8, да? Здесь 8 шагов, которые нам нужно пройти до оплаты, чтобы полностью забронировать данный круиз. Окей, идем дальше. Здесь написано, что я не могу использовать бонусные баллы, поскольку дата отправления данного круиза слишком близка к дате плавания. То есть означает, что за бонусные баллы мы можем бронировать только, как вы знаете, за 3 месяца наперед, а здесь раньше, поэтому только по инсайдеру. Вот, на следующем шаге я ввожу второго нашего члена клуба, ввожу ее уникальный код, и система ее нашла, Наталью. Следующий шаг, и здесь уже что мы видим? Мы должны заполнить данные первого пассажира и второго пассажира, но также мы видим, что уже наша платформа бронирования сняла 17%, сделала скидку мне и сделала скидку Наталье. И в частности минус, я не буду озвучивать, я не буду показывать цены, нам запрещено показывать цены по правилам компании. Я только приблизительно озвучу, например, если каюта стоит $2000 полностью вся на нас двоих, то почти $500, $480 у нас, нам сделала система скидку. Вот, что тоже замечательно. Это по системе Insider, и это хорошо, потому что мы не успели забронировать тот круиз, который мы хотели за 3 месяца наперед, вот так вот внезапно собрались. И этого круиза уже не было, но вот в системе Insider мы можем в любой момент забронировать, поэтому это тоже замечательно. Так, здесь мы заполняем полностью все данные, мужчина, женщина, гражданство какой страны, гражданство, где там, чей паспорт у вас, да, той страны вы сюда вносите данные, даже если живете в другой стране, все равно вы гражданство вашей родной страны указываете, от которой имеете паспорт, да.
указывайте также адрес и телефон, и все, что здесь требует система. Так, внизу выбираем или поздние, или ранние предпочтения к ужину. Так как на лайнере очень важно, да, мы идем на ужин, например, в ресторан вечером, и там очень большое количество людей, пассажиров, и есть две смены. Кто-то раньше идет на ужин, кто-то позднее. Обычно мы так выбираем с самого начала, чтобы уже на лайнере знали, кто когда приходит, и был порядок. Потому что одна группа пассажиров идет, например, там, скажем, в 7 часов на ужин, или в 6 часов на ужин, а вторая группа в это время идет в театр, потом наоборот. Кто-то идет уже на ужин часов в 8 или в 9, а кто-то идет в театр, кто уже поужинал. Вот так работает эта смена питания на корабле, если вы хотите ужинать в ресторанах. Хотя можете и пойти в шведский стол, буфет вернее, и там поесть свободно. Вот, выбор всегда у нас есть. Я выбрала предпочтение по питанию ранее, чтобы мы быстрее ужинали и потом шли в театр, а не наоборот, мы так любим. Так, здесь идет подтверждение пассажиров, еще раз проверяем, что мы все правильно написали. Ирина, Наталья, подтверждаем, идем на шестой шаг. На шестом шаге нам предлагает наш сайт защитить собственные средства. У нас есть такая сейчас возможность, защита круиза, так называемая. Стоит небольших денег, например, тут, скажем так, плюс-минус $100. Что сюда входит? Это значит, что в случае нашей болезни, каких-то непредвиденных обстоятельств, и мы не сможем поехать этот круиз, если мы оплатим эту защиту небольшую, то тогда в этом случае мы сможем отменить этот круиз через нашу службу поддержки без проблем. Это не обязательно вам оплачивать, если не хотите, можете не делать. Но в этом случае знайте, что не сможете ничего отменить. Дальше, очень важный шаг 7, где нам надо прочитать и принять условия и положения. Все, что здесь написано, все, что нам изложила компания, требует, чтобы мы приняли. И приступить к оформлению заказа. Окей. Вот это все вы потом прочитаете внимательно, изучите, что нужно визу открыть, да, что бронирование является невозвратным, что разные там пункты надо следовать им. И дальше мы еще раз читаем и понимаем и подтверждаем, что этот круиз будет невозвратным, если мы не оплатили защиту, да. На этом шаге у нас выходит возможность оплаты с инсайдера прайсинг, показывается скидка, сколько от нас сминусовали и сколько мы должны заплатить еще нашими средствами. Все еще раз проверяем, чтобы не сделать никакую ошибку, убеждаемся, что мы все, что хотели, сделали правильно. И имейте в виду, что здесь с вас снимут остальную сумму, то есть 17% вы получите скидку на каюту, как и положено, а остальное должны оплатить вашими средствами. Я нажимаю на PayQuicker, например, система видит, сколько у меня там денег и что я должна заплатить за круиз. Нажимаю и жду. Ничего больше уже не делаю, жду, что мне пишет система. Как видите, успех. Завершается оформление моего бронирования от компании Incruises. И я все равно жду, чтобы все закончилось. Ничего уже не делаю. Здесь, видите, можно даже подождать даже до минуты, так как платежная система все проверяет и подводит последний контроль и верификацию карты. Все, оформление оплаты успешно прошло. И я поздравляю нас с Натальей. Мы забронировали круиз на февраль из Дубая в Дубай. Можем здесь увидеть всю мою коллекцию круизов ближайших. Вот и отели, и посмотреть квитанцию бронирования, которая и остается в нашем кабинете навсегда, и мы можем там ее видеть и брать все данные. И также нам сразу на e-mail тоже пришло сообщение от компании Incruises, InGroup International, что мы забронировали круиз. Какая каюта, все видно, да, какой лайнер, какие даты, дата отправления, дата прибытия, круизный порт, номер подтверждения, имена, сколько оплатили, сколько с нас сняли скидку, где что доплачивали, все здесь видно. И, конечно же, мы потом с этим номером бронью должны зайти на сайт компании MSC и сделать регистрацию, чтобы позже уже получить наши посадочные талоны, когда будем ехать в круиз. Поэтому эта квитанция очень важна. Здесь мы можем видеть и полностью маршрут,
нашего круиза. И если хотите, можете распечатать, но сейчас уже не обязательно распечатать, можете иметь себе на телефоне этот файл, и когда будете идти на лайнер на посадку, то кроме паспорта у вас, конечно же, должна быть эта квитанция бронирования, ну и посадочный талон, и все будет хорошо. И отправляйтесь в круиз наслаждаться своим путешествием. И после него снова бронировать следующий круиз и снова путешествовать. В следующем видео вы увидите подобное бронирование, но я покажу, как я там делаю бронирование, именно только оплачивая нашими бонусными баллами золотой карты, которая у нас есть для наших членов клуба, где можно уже получить скидку 50%. Это в следующем видео. Дорогие наши члены клуба, желаю вам удачи и прекрасных круизов.